сервисах работает сразу. Ну так у него телефона тут торпеда вся забита. Ну понятно. Это понятно. Хорошие машины, тебя не парит. Ни ремонт, ни обслуга, там, ни замена масла. Тебе позвонили, сказали, сегодня меняешь резину. Куда ехать? Туда-то. Приехал, поменял. И поехал. Еще и приехал, тебя спрос. Я тебе какую ставить? Липучку или шипы? Приезжаешь масло менять, тебе какое масло? Вроде оно мне надо. Я сейчас 2-3 недели на этой машине отъезжу, потом у меня сбой какой-нибудь графика, и я на другую пересяду. Работал же Chevrolet Cruze, Chevrolet Orlando, Solaris. Не, ну после Orlando на Solaris и так себе, конечно. Не, ну Orlando мне, здоровый. Кстати, Orlando мне больше всего не нравится. Ну, потому что он здоровый, квадратный. Здоровый и жрет много. А нет, жрет то, много, что да? Здоровый, то не страшно. Ну, тогда... А вот Cruze самый интересный. А Solaris, по-моему, по расходу самый. Да, самый экономичный. $150 с меня в среднем зарабатывал. Ну это нормально. А сутки, которые я работал с 31 по утро 1 декабря, ага. $750 только себе. За смену, да? За смену. Но там кружиться пришлось. Или там, наверное, просто пьяные, там вот так вот все. Бабки, наверное. Нифига. Пьяные это потом в Киеве работал. И меня за 7 месяцев в Москве, которые я работал, дрова в машину грузили один единственный раз. А потом приехал из пьющей России в европейскую столицу. Ага. Там минимум 3-4 раза к машине день, подносят. Да? И только глянешь на него, оно обрыгано, извините за выражение, обоссанное. Разворачиваешься и уезжаешь. Я говорю, приехал, говорю, в европейскую столицу из пьющей России. Ну, так вот тоже. И водители там, если... Я знаю, в Москве, если ты поворот включил, можно в зеркало не смотреть, я верил, что тебя пропустят. В Киеве наоборот, он черти где едет, ты поворот включаешь. Он еще газу, да? А он газу, чтобы поджаться и не пропустить. Потом еще подрежет и в окно тебе. Сука. Ну, тварь это. Ну, велика нация, что за робот? Да. Ну, у нас здесь в Луганске что-то среднее между Киевом и Москвой. Не знаю, вот в Донецке, там, да, в Донецке сейчас, конечно, тоже не фонтан, а вот ну, раньше в Донецке тоже было ключ поворот и пропускают, и все. А сейчас, конечно, не, ну здесь быдло... через раз. Здесь вот. Через раз. Концентрация быдла, скажем так,